замер. Шпоры такие. Рассада, перцы, цветы. Сегодня надо высаживать астры, базилик. Так, лучок прополотый. Наконец-то пропололи. Клубничка. Чернобрынцы уже все высадила. Земляничка. Боже, какая маленькая. А, это клубника. Клубника. Наша. Ассорти. Наша клубника. Я ее высушила в сушилке. Из семян. Понятно. Да, потом собрала семена. С этой сухой клубники. А клубнику съела. Просто молодая. Маленькая такую. Зато быстрее приживется. Все, пошли поедим. Перцы. А воду не наливаешь? Нет. Я сверху лью воду. Потом сверху полить. И все. Вот это еще столько перцев. Да. Ужас, много как. Ну как совсем много. Там каждого сорта я беру по 5 штук. Чем упали. Это самый классный беру там. Перчик посажен под накрытием, чтобы не пекло солнце, и мини-парничок создается. Натягиваем вот так вот ткань. Зашли. Грядочка. Чтоб было немало. Грядочка. Помидоры это уже все высажены? Да. Которые на грунте помидоры, да? Да. Угу. Тоже много. Ужас. В каждом ряде по шапочке.
горох уже хороший, хорошо взошел. Шпинат такой огромный. Теперь пришло время убрать совершенно весь шпинат. И останутся только помидорчики. Помидоры уже будут расти свободно. Вот так вот. Убираю ру, шпинат. Лук и семечки выращивания в предыдущих видео я показывала в теплице. Теперь время ее перенести из теплицы в открытый грунт. Вот такими тоненькими маленькими рядочками высажен лук из теплицы. Маленькими тоненькими. Уже даже надо будет пропалывать. Здесь это лук из теплицы. Такими рядочками. Это уже постоянное место, и тут он уже будет становиться большим. Томас. Да, Томас, жарко тебе, да? Вот такой огород уже чистенький. Все повсходило, зелененькое. Под белым накрытием это перцы. А в этой теплице помидоры. За помидорами чеснок. Вдали картошка. А остальное грядки.